старый, средний, современный. Все перед нами видно. Абсолютно. Но давайте начинаем сначала слева от нас, подальше туда, там, где Берва, мусульманскую столицу в Египте. 640 Берма году, где мы сейчас будем скоро. Там, где церковь. Эльфустат. 640 Берва году. Потом с северо-востока от Эльфустат, здесь, прямо дальше туда, вторая мусульманская столица, называли Иль-Аскар или Салдатска. Исчезла совсем. А потом третья мусульманская столица, тоже в северо-востока, от Иль-Аскар или Салдатска, это которая перед нами туда, а там слева чуть-чуть, там где мечеть такой квадратный, низкий, видно? Видно, да. Это мечеть Ахмед ибн Тулона. В 879 году построили. Можно сказать, как мы, египтологи, называем это самые древние мечети Египта. Это, так сказать, больше тысячи лет. Ну, если 870... Больше тысячи лет. Мечеть? 1300 почти. Мы, египтологи, считаем, что это самые древние мечети Египта. В 879 году. Почему? Потому что без никаких изменений, как ее построили, так как стоит. Так стоит, да? Да. Мечеть Ахмед ибн Тулона. Ну, как раньше строили-то. И там находится третья мусульманская столица, называли Эль-Катая или Бадарки, которую основали в 879 году. В 879 году. А потом подальше, с северо-востока от Эль-Катая или Бадарки, туда направо дальше, Каир. Вон там. С Каира справа от нас. В 969 году. Более 1060 лет назад. Так, а что еще видно перед нами? Здесь внизу типа была казарма, а вот еще внизу один из трех ворот и крепость Саладина, который внизу. Ага. Перед воротом там место стоит стоит мечеть и минарет форма карандаш. Кстати, если видели минарет и форма карандаш, закрытыми глазами, это османский период. Ага. Да? Во время османцев построили. Эта мечеть называется мечеть Аль-Азаб, в 16 веке построили. Потом идет ворота. За ворота справа стоит тоже мечеть, минарет, тоже карандаш. Это мечеть Беренса Махмуд. В 1550 году построили. В середине 16 веке. А потом дальше стоят две грандиозные мечети. Первая мечеть, которая слева, это мечеть Султан Насер Мухаммед Син. Извините. Мечеть Султан Хасан.